I'd like to think I get by okay. People tell me that I need to plan. You know that I've never been that man. Ну что, я так понимаю, все готовы? На яхте! Как там? Все, давайте начинать! Куда нам спешить? У меня еще грим не готов. Солнышко, ну ты сама просила успеть заехать к твоим родным. У вас что, родня в Мавках? Да, я родом отсюда. Так, ребятушки, давайте, 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 время. Да не кричи. Ой, хорошая музыка, сделайте погромче. Принеси мне кофе. Am I really so far outline? To do what I want with my life. Maybe I'm just crazy. I think I'll be alright. А побыстрее нельзя, я спешу. Что, простите? Я говорю, побыстрее нельзя, я спешу. Машину надо сначала на парковочку ставить, а потом идти пить кофе. Вас не учили этому? Не учили. Понятно, купят деткам дорогие игрушки. А как вести себя на заправке не учат, да? Вы вроде спешили. Может, хватит трепаться? Стерва. Хам. О, доброе утро, доброе. Гражданин мой начальник. Ой, Вадим, слушай, я не рвался на эту должность, прекрасно знаешь. Да ладно, ну хватит тебе оправдываться. Кого ему еще сажать в это кресло? Я бы не пошел, а рыбак, он все равно спит на работе. Я не сплю, я медитирую. А я тебя жду. А вот тебя, Ледовский, ни за что не поставили бы начальником, потому что ты легкомысленный. И за каждой юбкой бегаешь. Это тут при чем? Кстати, ты нам обещал подкрепление. Про стажера там что-то говорил. Сегодня утром звонил генерал. Стажер из столицы уже едет. Прям сам генерал? Ну да. Это что за стажер такой? Что за него генерал хлопочет? Приедет, посмотрим, не знаю. Короче, задание сегодня, Вадим. Заканчивай отчет по последнему делу. Ленин, тебе прием, граждан. Все, на связи. А чем займется товарищ майор? Готовит служебную квартиру. Волосы с лица убери. Вот, вот, вот. Подбородочек чуть-чуть выше. Идеально. Ну все, Наташ, ты богиня. Так, отдыхаем 5 минут. У нас перекостюм, перегрим. И продолжаем работать. Так, давай. Ну вы где? Здравствуйте. А, подъехали. Выходите, я вас не вижу. Да ладно. Вы не очень-то похожи на сотрудницу полиции. А вы не очень похожи на начальника отдела, если судите людей по внешнему виду. Я как раз уже по содержанию. Пойдемте, покажу вашу квартиру. Спасибо. Это что за пылесборник? А что не так?
Нормальная служебная квартира. Можете переставить мебель, помыть полы, что угодно. Помыть полы? Да здесь ремонт нужен. Сделайте ремонт. Я не собираюсь здесь жить. Слушайте, живите где хотите, чтобы завтра в 9 утра были на работе. Так, ну что, всем спасибо, съемки закончились. Дорогая, это было великолепно. Так, у нас тут... Гоша! Гоша! Обалдеть! А ты что здесь делаешь? Товарищ полковник. Догадываюсь. Это не тот стажер, о котором ты мечтал. Да она вообще не стажер. Она... Вы видели, Николай Петрович? Не видел. Я видеть не хочу. Ну... Начальство из столицы прислала. Чего ты от меня хочешь? Да она... Да, не мисс Марвел. Ну, только... Воспитай. Кто тебе мешает? Приказ сверху. Все, ничего сделать нельзя. Назначен стажер, значит, назначен стажер. Работаем. Есть. Ну да, да. А они там скидку предлагали. Ну-ка, мест нет. Замечательно. 20%. Идешь? Я узнал, что ты приезжаешь в Мавки. Мечтаю о фотосессии с тобой. Ну, знаешь, за право работать со мной борются лучшие фотографы. Наташа, я клянусь, я благодарен тебе за то, что ты бросила меня тогда. Я много работал над собой. Говорят, я стал неплохим фотографом. Дай мне возможность фотографировать тебя. Молодой человек, на выход. Эрик, погоди. Что погоди? Кто это такой? Я его не знаю. Ну, я его знаю. Здравствуйте. Гостиница на ремонте. А где здесь есть отель? Есть за городом отель. 30 километров отсюда. Далековато. Спасибо. Да не за что. Спасибо. Поздно уже. Время аренды яхты закончилось. Скажите, а мы можем еще поснимать? Буквально пару часов. Да платите и делайте, что хотите. Я заплачу. Подожди, здесь я приоденусь. Ну, Зай, что ты творишь? Не начинай опять. Да все в порядке, Эрик. Езжай в гостиницу, я буду позже. Ну что смотришь, езжай. Ну как? Получается? Ты очень красива. Я жалею, что мы расстались. Да, муж, я тоже тебя часто вспоминала. В общем, капитан шхуны Нестеров и фотомодель Наталья Романова погибли. Там без шансов было. А фотограф Игнатенко? Ну, он в реанимации без сознания. Ладно, этим делом займется. У меня отчет.
Ну, а мне же последнее дело надо закрыть еще. Вы издеваетесь, что ли? Ну, нужно же закрыть. Ладно, сам займусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это здесь заявление принимают? Да, что случилось? Обокрали меня, вот что случилось. Я же деньги 10 лет собирала. А вчера кинулась батюшка, ни копейки не осталось. Это Алка меня обокрала. А Алка это кто? Алка – это моя дочка. Дело в том, что деньги лежали у меня в конверте с письмом моей старой подруги. И только Алка знала, где искать. Вы не беспокойтесь. Вашим делом займется наш самый опытный сотрудник. Да? Леонид Рыбак. Старший лейтенант, примите заявление у женщины. Есть, товарищ майор. Присаживайтесь. Спасибо большое. Прошу. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Проходите. Что у вас случилось? Я приму у вас заявление. А это не потерпевший. Это наш стажер, лейтенант Задорожный. Да ну? Ничего, что вы опоздали. А ничего, что мне нужно было голову помыть. А в этом городе только один приличный салон красоты. Это всем чем забита ваша голова с утра? Нет. Но я не могу работать, когда у меня грязная голова. Со мной поедете. Олег, давай я с вами поеду. У тебя же отчет. Да я все вовремя сдам. Я тебя как брата прошу. Сводного брата. С Рыбаком займитесь, женщина. Это приказ. За мной. Место, где произошло, напишите. Вы разбирали подобный случай в академии? У меня красный диплом. Купленный. А вы обо всех такие гадкие выводы делаете или только обо мне? Не забывайте, что вы всего лишь стажер. И будете делать только то, что я прикажу, ясно? У меня был практический опыт. Небольшой, но был. Малейший прокол, отправлю вас обратно в столицу, несмотря на вашего генерала. Он не мой. Ты хоть глухой, я ясно выражаюсь. Здравия желаю. Здорово, поздравляем с повышением. Да, ладно. Что, есть новости по пострадавшему? В реанимацию в сознание пока не пришел. А эти эксперты что говорят? Да пока ничего не говорят, работают. А причину возгорания уже выяснили? Здрасте. Наш стажер. Лейтенант Задорожная. Анжел где? Да, на пирсе. А записи с камеры видеонаблюдения уже посмотрели? Опросили свидетелей? Лейтенант Задорожный, может, вы делом займетесь? Просите вон жителей ближайших домов. Может, кто-то что-то видел, слышал. Вы серьезно? Я как туда доберусь? Ножками? Так пусть вот эти и идут. Не собираюсь я никуда ходить. Мне мои ножки дороги. Не до Шерлок. 21 век. Уж в соцсетях найдутся у нас общие друзья. Чем порадуешь, Анжел? А что бы ты хотел? Узнать причину взрыва? Сделаем экспресс-анализ, но сразу скажу, на бытовой газ это не похоже. Понятно. Там какой-то мужик пытается прорваться сквозь наше оцепление. Говорит, что он муж погибший. Сейчас подойду. Я хотела пообедать сегодня в местной кафешке. Не составишь мне компанию? Жил. Слушай, ну, я не могу. Дела. Ты извини. Слушай, так давай я пойду. Да я не голодная. Здрасте. Я как только узнал, я сразу сюда, к вам. Как так получилось, что вы уехали, а жена тут осталась? Там дело в том, что появился какой-то странный фотограф. Эрик Эдуардович, расскажите, а как так получилось, что ваша супруга хотела развестись с вами и обобрать до нитки? А это кто? Это стажер наш. Лейтенант Задорожный. Я куда вам приказал идти? Туда.
Ну, извините, товарищ начальник, я ослушалась вашего приказа и узнала за 10 минут больше, чем Каким вы. Образом? Олег Николаевич, понимаете, в нашем современном мире существуют социальные сети. Я нашла много общих знакомых с Натальей. Понабрались, да, слухов, теперь будет кидаться обвинениями. То есть вас этому учили в академии? Я такая голодная. Не хотите пройтись со мной в кафе, я расскажу вам подробности. Я бы выпил с удовольствием. Да пойдемте, конечно. Мы обнаружили следы тротила. Понятно, начну с убийства. Все-таки нашел время для обеда, да? Производственная необходимость, Анжел. Понимаю. Если бы не этот фотограф, он ее уговорил остаться. Как он ее уговорил? Я не знаю, они знакомы, наверное, были. Его просто так взяли и уехали? Вы не знаете Наташу. Если ей что-то в голову втемяшилось, бессмысленно. Тем более, что в последнее время ваши отношения охладели, да? Ну, да, у нас были проблемы, но я это не скрываю. Я ее все равно очень сильно любил. Кто-то мог желать смерти вашей жене? Подозрения есть? Я не знаю. Допросите этого фотографа. Он сейчас в коме, к сожалению. Где вы остановились? Тут, за городом, на трассе. 30 километров? Да. Спасибо вам. Вечером еще наберу. До свидания. А нам нужно идти на место преступления. Что вы думаете обо всем об этом? Капитан и модель не связаны друг с другом. Да я про фотографа. Не нашла ни его рекламы, ни отзывов в соцсетях. Видимо, совсем начинающий. Ну, Липин говорит, что фотограф появился внезапно. Взрывчатое вещество установили заранее. Значит, фотографа как цель исключаем? Сосредоточимся на капитане и модели. Разделимся? Сейчас зайду на место преступления. Надо поговорить с Анжелой, может, что-то накопало. А выезжайте к фотографу, может, на себя пришел. А если не пришел? Поговорите с женой Нестерова. Ну, понятно. Мне пустышка, вам перспективное направление. Ведь ежу понятно, что хотели убить столичную модель, а не какого-то провинциального капитана или неизвестного фотографа. Да-да, я помню. Вы начальник, я стажер. Вот и хорошо. Я совладелец этого причала. Мне нужно. Хорошо, сейчас будем. Возвращаться надо в отдел. А это кто? Это Шинкар Виктор Владимирович, один из владельцев причала. Он же глава департамента по строительству города. Я могу его допросить? Зачем? Ну, а вдруг как-то взрыв связан с причалом? Делать, что хотите. Только я в отделе буду вас ждать. Вы меня здесь не подождете? Я как добираться буду? Ваш язык до Киева доведет. Хам! Я еще раз повторяю, я совладелец этого причала, мне нужно пройти. Слышишь ты, легионер под грубым кварцем, что в сражениях империю прославил? Сколько раз могли убить, а умер старцем. Даже здесь не существует постум правил, да, Виктор Владимирович? Откуда ты, прелестное дитя? Полиция города Мавки, лейтенант Задорожная. Вы занимаетесь расследованием взрыва? Да так. Пока всего лишь стажер. Так я вам и поверил. Вы сейчас пытаетесь меня обаять, а сами, небось, думаете, что бы из него такого интересненького можно еще вытащить. А вы продолжайте в том же духе. Я... У вас наверняка получится. Я попробую. Задам парочку вопросов. Прошу. У капитана судна Нестерова были враги? Враги? У Валеры? Бог с вами, императрица. Валерий Петрович все любили. Он был прекрасным собеседником. Обаятельным и остроумным человеком. А родственники остались? Вдова.
Адрес не подскажете? Солнечная, 2, квартира 2. Спасибо за откровенность. Было приятно познакомиться, Виктор Владимирович. Подождите. Если возникнут еще вопросы, вот, звоните. А хотите, я вас подвезу? А я не против. Прошу. Да вы звоните, даже если не будет вопросов. И вообще заезжайте в гости. Да, даже не подумайте ничего плохого. Просто обидно терять такого умного и обаятельного собеседника. Так едем? Да, прошу. Нестерова Раиса? Да. Я из полиции. Проходите. Соболезную вашему горю. Да ладно уж. Вы присаживайтесь. Все равно вопросы задавать будете. Да. Спасибо. А что, яхта не приносила вашему мужу хороший доход? Да какой там доход? То есть завистников у него не было? Чему тут завидовать? Вы же сами все видите. Ну да. А враги были? Нет. Его наоборот любили. Он такой добрый был, отзывчивый. Ну, а кто тогда, по-вашему, хотел, желал ему смерти? Да это в эту фифу целились, точно вам говорю. Просто Валера оказался не в том месте, не в то время. А кто, по-вашему, желал смерти Натальи? Откуда же я знаю? Я только вчера о ней впервые услышала. Ну, в этом шоу-бизнесе еще не такие разборки бывают. Ну, да. Наверное. Вы держитесь тут. Ну, мы сидим с ней, общаемся, и после первого бокала мартини она мне говорит: а поехали ко мне? После первого, прикинь, я говорю: поехали. Не надоело за каждой девкой бегать, Вадим? Да я ни за кем не бегаю, они сами на меня вешаются. Что там с дочерью потерпевшей? Ну, они дозвонились, но мы с Леней думаем, что это не она. Почему? Потому что у нее есть свой салон красоты, денег куры не клюют. Какие тогда версии? Ну, какие версии? Ну, с улицы кто-то зашел, обчистил все. Вы соседей опросили? Опросили. Никто о жизни этой Тамары ничего не знает. Никто с ней не дружит. Понятно. Мужика вот ее не опросили. Нет у нее никакого мужика. Есть у нее мужик. В пепельнице окурки. А она не курит. Ну, может, дочка курит. Сигарилы крепкие для женщины. Да ладно, ну ты видел ее. Кто на нее позарится? Ты говори, что хочешь, а у нее мужик есть. Олег Николаевич, можно поговорить с вами насчет расследования? Конечно. Вы только сначала стол свой рабочий в порядок приведите. А где он? Вот этот. Сюда заноси? Да. Осторожнее. Осторожнее, не разбей. Помочь как? Не надо. Что здесь происходит? Как что, Олег Николаевич? Выполняю ваш приказ. Облагораживаю свое рабочее место. А чем вас не устраивал старый стол, я не пойму. А он слишком хлипкий для моего нового компьютера. Какого компьютера? Для нового. Его скоро привезут. О, круто. У нас будет новый комп. Ко мне зайдите. Что накопали? Поговорила с женой Нестерова. Квартирка у них так себе обставлена, завидовать нечему. Да и она сама говорит, что у капитана не было врагов. Завистников тоже. То есть направление тупиковое? Да, потому что убить хотели Наталью Романову. Значит, будем разрабатывать Липина. У него был и мотив,
и возможность организовать взрыв заранее. Он здесь ни при чем. Почему это? А вы видели его состояние? При чем здесь его состояние? Олег Николаевич, если у вас есть немного логики, вот сейчас ее надо включить. Если бы взрыв организовал Липин, рвануло бы во время фотосессии, то есть до половины десятого, а то и до девяти. И Липина бы там не было. Липин не знал, что Наташа задержится на судне. А что мешало Липину нанять фотографа этого самому? Заплатить ему, чтобы тот задержал жену на яхте. Ничего о взрыве ему не сказал, конечно. Потому что знал, что он погибнет. Слушай, эта стажерка клевая, да? Да, ничего такая. Моя жена красивее. Ну, конечно. Да. Алла? А, да, я вам звонил. Это полиция города Мавки. Скажите, Алла, вы на работе уже? Ага. А мы можем подъехать с коллегой? Сейчас. Спасибо. Дочь Тамара объявилась. Ага. Поехали. У вас очень хороший вкус. Да? Да, нам пора. Знаете, моя мама такая доверчивая, ей все время какие-то козлы попадаются. Один мой папашка покойный чего стоил. И вот тут, на старости лет, появляется этот хлыщ. Дмитрий, кажется. Да. Я, когда его увидела, я сразу поняла, что он на ее сбережения зарится. Ну, так а чего вы матери глаза не открыли? Вы пробовали говорить со стеной? Она и слышать ничего не хочет. Любовь у нее. Так значит, вы думаете, что деньги украл Дмитрий? Я не думаю. Я уверена. Уборка? Да. Можно? Что вы мне предлагаете? А так? Ну, хорошо. Возьми картошечки. Вкусная картошечка, огурчик обязательно. Я же сама закрывала. И грибочков обязательно, обязательно. Котлетку, чтоб съел, отощил. Но забыла самое главное. Водочка, холодненькая, как ты любишь. Точно Алка деньги украла. А я уже с поставщиками договорился. Обрадовался, как дурак, что магазин откроем, денег заработаем. Поженимся, наконец. В Турцию на воздух съездим. Уже в полицию ходила, я про Алку все рассказала. Может, найдут наши деньги? Найдут. Догонят, еще раз найдут. Далк им просто половину откатит с концами. Ой, пропал наш стартовый капитал. А если денег не найдут, я кредит возьму. А что? Я уже спрашивала, мне пообещали дать. Знаешь что, вот брать деньги в долг – это последнее дело. Так мы отдадим. Мы вот магазин откроем, пусть по частям, но мы отдадим. Так, Тома, нет. Кредит мы не берем. Ладно, давай, разберемся. Уборка. Уборка. Ты у нас встречался, Липин.
действует агентство по организации праздника «Фиеста». Чем могу быть полезна? Все еще на работе. Кажется, наше знакомство с вами началось неправильно. Если бы вы мне не нахамили на заправке. Вообще-то вы первый на меня накричали. Вы пошли кофе пить, надо было машину убрать. Я пила кофе, потому что у кассира завис компьютер. Сразу надо было сказать. А вы спросили? Вы ведь напали на меня, набросились. Ладно, проехали. Хочу вас попросить, на работе не вести себя так вызывающе. Вы же сюда приехали учиться, у профессионалов. Да, учиться. И не доверять интуиции 100%. Нам нужны факты. У вас появились факты? Появились. Угу. Вчера Липин встречался с каким-то мутным типом. Вопрос, зачем? Возможно, он встречался с ивент-менеджером, который должен был помочь организовать венчание с Наташей сегодня вечером. Что? Да. У Липина были проблемы с Наташей, но он пытался сохранить брак, хотел устроить ей сюрприз, обвенчаться в церкви, в которой она крестилась. Откуда у вас эта информация? Ну так, ничего особенного. Просто зашла в номер Липина под видом горничной и посмотрела его ежедневник. Это ничего особенного? Вообще в своем уме? Зайти к подозреваемому без постановления прокуратуры? Мы полиция, мы не лавка. Я добыла нужную информацию. Согласен, она ценна, но не такими методами, Кира. Хорошо, я больше так не буду. Может, лучше обсудим другие версии, раз Липин невиновен? Остался фотограф один. Он не пришел в себя. Предлагаю поговорить с родственниками Натальи Романовой. Завтра я как раз собирался это делать. Извините. Да, да, моя хорошая. Извини, слушай, задержался. Сейчас я выезжаю. Ага. Тоже тебя люблю. Давай, скоро буду. Ладно, я домой. Да-да-да, я слышала. Олег Николаевич, а вы не посоветуете в этом чудесном городе приличный ресторан? Есть один, «Лаванда» называется. «Лаванда»? Да, до завтра. Звучит многообещающе. За нас. Ну, это кто еще? Я сейчас открою. Кто там? Полиция, откройте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы извините, нам бы с вашим знакомым поговорить. Не вижу смысла, я у вас вчера была. Я вам все рассказала. Деньги украла моя дочка Алла. Да, ну вот как раз ваша дочь считает, что все наоборот. Потому что она паразитка. Ну, в любом случае, мы должны опросить всех, кто имел доступ к вашей квартире. Поэтому вы уж позволите. Проходите. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Старший лейтенант Рыбак, старший лейтенант Ледовский. Вы, я так понимаю, Дмитрий? Да. Ну, вы чего, кстати, вы присаживайтесь за стол. Томочка, давай пару рюмочек еще гостям. Спасибо. Дмитрий, скажите, вы знали, где хранятся сбережения гражданки Ткаченко? Ну, знал. Я понимаю ваш намек, только вот зачем мне их было брать, если Тамара и так собиралась их потратить на наш совместный бизнес? А что у вас за бизнес? У меня есть замечательный бизнес-план. Мы собирались открыть магазин, а впоследствии, может быть, даже сеть магазинов. Вы лучше к дочери моей, к Аллочке, присмотритесь. Это она деньги взяла, потому что она Димочку с первого дня возненавидела. Том, ну, не стоит. А почему вы так решили? Потому что женскому счастью моему позавидовала. Да у нее же на лице написано, что
Ну, не нравится ей, что мать ее наконец-то счастлива, что собирается открыть свой собственный бизнес. Вот и украла деньги. Понятно. Вы позволите взглянуть на ваш паспорт? Конечно. Пожалуйста. Благодарю вас. Так, Терехов Дмитрий Захарович. Все в порядке? Благодарю. Большое спасибо. До свидания. Может, все-таки по 50? Нет, нет, спасибо. Всего доброго. До свидания. Дверь захлопните, пожалуйста. Просто сил нет. Такой тост испортили за нас. Хорошо, давай, держи меня в курсе. Это у нас. Эй, папа! Руки! Ну, чистые, чистые, я их мыл. Мой еще раз. Какая-то зануда. Ничего не зануда. Идеально чистые. Ну ладно. Очень вкусно. Спасибо. Ну, у мамы все равно вкуснее получилось бы. Таня, мы же договаривались не обсуждать эту тему. Извини. Как дела в школе? Все отлично, великолепно. Правда? Да, да. Олег Николаевич, здорово. Тут в ресторане девицу задержали. Она нанесла телесное повреждение посетителю. Так, а я здесь при чем? Ну, этот боец в юбке утверждает, что работает у тебя в отделе. Но, честно говоря, на полицейского она вообще не похожа. Скорее так, фифа гламурная. Понял. Скоро буду. Давай. Прости, надо тут учиться. Не жаль. Спасибо. Только про мой день рождения не забудь. Завтра после работы буду как штык, обещаю, дочь. Пока. Пока. Нанесла материальный ущерб ресторану. Избила чиновника городской администрации. Кричала, что работает в полиции. Олег Николаевич, ну проведи ты беседу со стажером. Обязательно проведу. За мной. Начальник отдела полиции, теперь вы в курсе, что в вашем городе одинокой девушке в ресторан вечером ходить опасно. И ведь главное, никто не вступился. За кого? За избитого вами чиновника? Да это пьяная скотина. Приставал, что ли? Я его сразу отшила. Он начал приставать к официантке, руки распускать, хамить. Конечно, я ему сразу вломила. Ему мало не показалось. Где драться научились, Кира? Единоборствами занималась. В общем, так, я вас, конечно, поддерживаю в этом. Но, с другой стороны, вы из полиции, а не супервумен из комикса, ясно? Да, супервумен. Спокойно бы, культурно поужинала и поехала домой спать. Если бы в этом городе остался хотя бы один настоящий мужчина. Thank you.
А ты почему здесь сидишь? Малыш, ты чего? Что случилось? Ничего. Ну, я же вижу, кто тебя обидел. Одноклассники? Ну-ка, давай, рассказывай. Одна девочка, Оля, она настроила всех остальных девчонок против меня. И не только девчонок, вообще всех. Они... Ну, что ж теперь делать? Ну, придется как-нибудь находить общий язык. Ты же вечно от них бегать не будешь, да? Все? Больше не плачешь? Вот и умничка. После смерти Наташи вы встречались с ее родственниками? Знаете, у нас не очень хорошие отношения. Конечно, я собирался сегодня подъехать, надо же поговорить о похоронах. А после переезда в столицу Наташа поддерживала с ними отношения? Да какие отношения? Сестра отсидела, отец алкаш. Чувствую, у нас с ними будет интересный разговор. Лейтенант Задорожный, идемте. Спасибо вам. Очень помогли нам. Спасибо. До свидания.